Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте, кто внезапно объявится. Так, посмотрим, кто же внезапно объявится в вашей жизни. Мужчина из прошлого. Причем, смотрите, он сначала начнет за вами следить. Причем мужчина, который находится на расстоянии. На расстоянии, ну не знаю, в другом городе, в другой стране. Вот. Может быть, даже в вашем городе, но то есть не, точно не вместе с вами. То есть не в отношениях. Сначала он будет за вами следить, потом проявит инициативу в отношении вас. То есть это будет сообщение какое-то, или может быть инициатива, может быть лайки под всеми вашими постами или фотографиями поставит. Вот. Ой, девочки, еще одного мужчину вижу. Мужчина шатен, постарше вас. Обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый. Вот. Тоже будет проявлять к вам инициативу. Так что объявятся двое мужчин. Вот какой-то из прошлого, но он сначала будет следить, потом проявится. Да, и тут я вижу новое знакомство или встречу. Возможно, с этим мужчиной вы знакомы, вполне возможно, что вы с ним сейчас в отношениях. Если отношения у вас есть, если нет отношений, то вероятнее всего именно новое знакомство.